Савелий – веселый и неугомонный малыш. К докторам относится без опаски. Привык. Столкнувшись с серьезной проблемой, его мама не опустила руки, а методично начала пробиваться к лучшим специалистам. И, конечно, использовала возможность попасть на прием к доктору из Моники. Ну, в мае месяце этого года, когда ему было, получается, 2 года ровно, у него произошло, что нога одна отказала. Неторопливый и внимательный осмотр помогает продвинуться в постановке диагноза каждому конкретному маленькому пациенту. На пяточку поменяешь? Да, на пяточку, иди. Попробуй на месте, по зайчике позгодите. Прием проводится в присутствии врачей Видновской поликлиники. Сегодня к неврологу из Моники врач-невролог из Видновской поликлиники направил 13 детей, по его мнению, самых сложных. Хорошо, что доктора приехали к нам, чтобы мы могли вместе с ними вместе обсудить тактику лечебную, помочь сразу же организовать, если кому требуется госпитализацию, и обсудить дальнейшие вопросы реабилитации. Я рада, что эта консультация прошла, сегодня состоялась, и мы обязательно, но не в этом году, а в новом году поедем и пройдем полное обследование, как нам рекомендовали. Сложные или спорные случаи – задача консультативного приема поставить точный диагноз или составить план дальнейшей диагностики, направив после ребенка непосредственно в специализированный центр. Кандидат медицинских наук, врач-ортопед Екатерина Емельянова имеет большой опыт в лечении патологии опорно-двигательного аппарата. Мы находим совместно оптимальное решение для лечения данного пациента, решения проблемы, как лучше поступить. Консультативный прием специалистов регионального уровня в детской поликлинике Видного проводится впервые. Но, как считает руководство медицинского учреждения, этот опыт надо продолжать. Эти специалисты, которые к нам прибыли, они дают более комплексное обследование и уже направляют на более высокий уровень, то есть на 3-й уровень, который, в принципе, в институт Маниковский по офтальмологии, и, например, институт Сокольники, ортопедическая клиника, которая занимается вот этими патологическими состояниями детей. И это очень хорошо и здорово. За один день каждый специалист смог принять от 15 до 20 маленьких пациентов, которым подобная помощь крайне необходима. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.